По прибытию на место машина была перевернута за ЖД путями, потушена до прибытия. Пожарные подразделения подали ствол на проливку топлива, так как в баке, ну, бак был пробит и выливалось топливо. Пожарные подразделения подали ствол на смыв топлива. Пострадавшие на момент прибытия уже были все извлечены и находились рядом с ЖД путями. Пострадало всего 8 человек, из них 5 в тяжелом состоянии, 3 в легком. Все доставлены в детскую областную поликлинику. А возраст их какой? Возраст от 15 до 17 лет. Водителю 16,5 лет. В наиболее тяжелом состоянии 2 девушки. Одна жаловалась на позвоночник, у второй было с шеслом. Вот получается, топливный бак был пробит, топливо вытекало, парный столб. Вот, допустим, сразу больницу везли, а моя мама забрала.